тебя в темноте зависнет. Вспоминаем главную свою причину жить. Варвара человек, пламени ход событий. Нам-то, нам-то, нам надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря движения, держат себя в форме и ждут с нетерпением встречи с вами, наш зритель. Карантин когда-нибудь кончится, и все будет хорошо. Для этого оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Все проходит, пройдет и это, как была надпись на перстне у царя Соломона, а он знал, что писать.